Здравствуйте, дорогие подписчики. Мы находимся на Садоводе на линии 29, павильон 59, итальянский Санто-Лу Аксана. Здравствуйте, Рахим. Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Пройдемте. Сегодня у нас... уже девочки, сегодня ролик у нас будет длинный, покажем немножко моделей, чтобы освежить память, что есть. Ну, начну я со своей сумочки, это моя, это из кожи буйвола, да, ну, ей уже 6-й год. Вот смотрите, какая она, все цвета. Рахим, покажи, пожалуйста. Мы знаем вашу сумку. Ну, она такая, это уже прям... удобная, хорошая. Её... зиму я ее ношу. Вот, кстати, длина, да, куртка у меня. Такая 5000 оптовая цена. Где-то я здесь видела нашего буйволёнка. Вот она. Вот она. Ой, новая. Смотрите, внутри отделение, клеймо вывела, все, пожалуйста. Она, конечно, пока, так, сейчас, вот он, щелчок, девочки, именно вот такой, и сумка все, не открывается. Видите, она должна быть более такой, вот моя, это я так не смогу сделать, потому что она еще не разношенная. Давай сразу убирай их, а я буду... начнем. Далее вот такая модель, это квадрат, три молнии на ножках, сзади молния пластиковая, но это удобнее, меньше царапать, допустим, вещи оттирать. И так вот здесь вот идут молнии пластиковые, открывается очень удобно. Кто-то у меня спрашивал, девочек, не царапает ли руку. Девочки, нет, вы даже не касаетесь, если заходит у вас. И молнии не... зубцы вот я провожу не настолько острые. Понимаете, Юль, дай другой цвет выбивки. Не настолько острые они, поэтому 5000 оптовая цена. Вот такая сумочка. 3800. Сейчас самая такая вот прям тема. Ну, тоже кто любит маленькие сумки, без фурнитуры. И вот у этой модели, девочки, очень-очень длинный ремень. Вот просто он на любую комплекцию. Две ручки. Ремень до конца, он у меня будет вот здесь. Вот она где-то вот так вот будет. Если я сделаю на всю длину ремень. Просто я не буду сейчас из-за капюшона, из-за микрофона примерять, девочки, все сумки к себе буду прикладывать. Ну и вот такое клеймо 3800. Кто-то написал в комментариях, чтобы к себе сумки там прикладывать. Девочки, еще раз, по всем сумкам сняты ролики. Помеху. Находите в Телеграм. Есть ролики. Полностью, ну, как бы, меховушки снимала. Кошельки мужские есть, ролики женские есть. Вера Пиле из буйвола, там, по 2000, которые... Все-все, на все сумки у нас, я говорю, на кошельки, на визитницы, картографы, на все есть ролики. Просматривайте. Насколько, Рахим, роликов? Больше... 200 уже... Ну, 200 с чем-то, но этого достаточно. Это уже... да. Видео, видео. Да, модели, плюс там все это, конечно... Заходите в Телеграм, находите фотографии под фото, ну, если ролик снят, есть в видео, ссылка на видео, сразу же, вот, ссылка на видео. Заходите, попадаете, смотрите видеоролик. Смотрите, вот такая сумочка. Она у нас 8500. Так, я сразу убираю. Нет, ну, цвета где-то меняются, где-то что-то. Вот такие сумочки 8500. Сетка вот такая идет у нас. Юль, пройди сюда, на, я буду показывать. Туда, туда мне не надо. Чего? Так. Есть вот такой. Это также сумка-рюкзак. Делается и сумка, и рюкзаком. Поэтому, девочки, ролики сняты. Я внутри показывать все сумки не буду. Я просто хочу освежить, что есть у нас. А по каждой сумке вы можете, еще раз говорю, найти ролик. Если я буду сейчас просто открывать каждую сумку, показывать, ну, это...
И также в описании есть, что там перегородка, все. Вы увидели модель, нашли ее в Telegram и смотрите все цвета и описание. Просто ролики снимали под это. Да, да, по всем сняты ролики. Конечно, я поэтому и не буду, ну, как бы открывать особо внутри, показывать. Ну, так вот, смотрите, вот такая сумочка, 8500. Здесь также идут отделы, эту тоже часто показываем. По этой модели ролик мы еще, наверное, не выложим. Такая 7800. Или не надо ничего снимать, уже все сняли. Вешаю только. Вот такая вот, такой рюкзак. Их два вида есть, побольше, поменьше. Вот он. Смотрите, 5800, 5500. Колечко. Девочки, сумка, колечко. Смотрите, кожа Savage. 7000, оптовая цена. Что я хочу сказать, если даже кто-то, помню, написал тоже, что цены там высокие или что-то. Дело в том, что я, для чего я заказываю сумки на отшив. У меня есть всегда наличие товара, цвета. Всегда есть наличие. Я вкладываю очень большие деньги. То есть я, может быть, их буду в течение года, да, к примеру, продавать. Но фабрика не отшивает. Забирать остатки я по остаткам не работаю. Это очень редко, я могу взять какую-нибудь модель, понравишься мне. Ну, если там, да, ну, бывают очень дорогие такие сумки. А так, в основном, вы видите, у меня всегда есть наличие, потому что я работаю только на отшив. Более-менее приличные фабрики только отшивают. И надо ждать. Вот это колечко я заказывала, да. Вообще я в июне месяце делала заказ, вот, ну, на шампанское, под шампанское вот эти сумки, я все делала заказ. Ну, их очень, ну, то есть у них там то поляки отшивали, то, и они там заказы пришли просто огромнейшие. Поэтому вот по возможности, как смогли, мне вот только сейчас отшили. Поэтому... Вот просто у кого-то покупает на остатки что-то? Нет, ну, у кого-то есть, нет, и у нас, если остаются остатки, мы отдаем подешевле. Допустим, если вам надо, конечно, цвета, да, но это я говорю по поводу любой модели, любая модель, я еще раз говорю, я заказываю на отшив, более-менее, говорю, что вот прилично, это только надо отшивать, это хорошие фабрики, хорошая кожа, вот такая вот сумочка, и я говорю, я вкладываю очень большие деньги, вот, ну, меньше, допустим, 100-150 штук фабрика берет на отшив, а сумки не дешевые. Я бы тоже, может, хотела взять там по две штучки на цвет, да, и меня бы вполне это устроило, раз, продала, еще это вложения не такие уж большие, ну, сколько взять там, допустим, или 20 сумок, или 150 отшить, и жди еще, пока это отошьют. Сразу убираю, Юля. Так, вот такая вот сумка, шопер, замши, сейчас на них акция, по 5500 они. Смотрите. Вот такие. Также по ним можете найти ролики, по замше все снимала. Так, вот это осталось у нас одна, 10500, это винтажная кожа. Это никакой не волк, не лиса, что там кто-то писал. Это идет имитация. Просто. Просто вырезается шкурка, так же, как и вот это. Ну, вот здесь вот мех. Это же не леопард, не что, просто идет так же имитация. Вот эти 5000, кожа флоттер. Вот это у нас идет 10500, здесь винтажная кожа. Вот такой рюкзачок, 8000. Смотрите, тоже классный. Все цвета есть в наличии. Так, сумка сарафан у нас. Мы его называем, можно так носить. 8500, оптовая цена. Можно через плечо. Здесь идет кармаш. Просто я говорю, когда вы видите, сколько мы буйвола, сколько я, да, я там иногда по 100 штук вот такого, например, на цвет, да, заказываю. Это, я говорю, это вложение. И ждать еще сколько надо. Конечно, я говорю, выгоднее. Отправил какую-нибудь сумму там небольшую в Италию, закупил, что есть по наличию, цену поставил, продал, да. Но я хочу работать с хорошим товаром, с хорошими сумками только. А это, я говорю, только отшивать надо. Вот. Сумка-рюкзак из кожи флоттер 5000. Плюс, ну, еще почему я там стараюсь. Кожа дорожает. Вот мне уже в этот раз не забирать буйвола. Уже, то есть я даже не знаю, сегодня вот я буду работать, насколько там поднялась. Он предупредил, что закупил кожу уже по другим ценам.
Плюс у нас карго начнет работать тоже непонятно, когда после Нового года. Потому что сейчас, ну и что будет по коже. Итальянцы отдыхать тоже любят. Евро уже. Евро, ну это сейчас, чтобы девочки только не пишут, там ною там или что-то. Я просто рассказываю, какая обстановка. Пока это на сумму не влияет. Это я больше говорю для тех, кто пытается там что-то по ценам писать. Цены устанавливаю я. Я закупила эту сумку, я знаю, какую цену на нее ставить. Есть альтернатива, пожалуйста. Нравится, покупайте у меня. Не нравится, покупайте в другом месте. Я к этому веду разговор. То, что из чего-то я складываю, ну, объясняю, из чего складывается цена. Вот такой черный. Видите? Кожа хорошая. По коже я также сниму ролики. Здесь идет клеймо. Очень перегородки нет. Очень такой хороший размер. Вот на любой рост подходит. Из чего-то цены складываются. И цены, я говорю, не просто так, не с потолка берутся. Конечно, я говорю, когда остается в остатках, ну, и мы отдаем. И бывает и ниже закупочной цены. Вот такая сумка. Сзади 12500. Еще она как-то рюкзаком делается. Цвета. Цвета еще будут. Тут шоколадный цвет. Внутри вот так сделано. Не, а потом неизвестно, что может быть вообще после Нового года. Я даже, ну, вот сейчас я почему делаю закупки. Евро более-менее нормальный курс, да, я могу хотя бы закупить вот для своих клиентов хорошую кожу. Это буйвол, это сумки, ну, вот именно из хорошей буйволиной такой вот, ну, кожи. Они не дешевые, плюс еще вес, ну, поэтому так вот идет отделение. И здесь еще третье, 12500. Мужчинам на подарки, если так, в дорогу, просто в поездку. Девочки, смотрите, хорошая сумочка. Цены, да, можно. Вот такое даже здесь идет. Надпись Италия. Потом, смотрите. Видно, у нас есть сразу, чтобы тут не загромождать. У нас вот такие сумочки. 4800. Смотрите, есть длинный ремень. Сейчас я посмотрю, должен быть. Да, длинный ремешок есть. Вот такая вот сумка. Сзади есть карман. Внутри одно отделение. И здесь карманы. Это идет премиум класса у нас сумочка. Такая 7800. А вот 8500 рюкзак. Такой стеганый. Видите, открывается. Цвета есть, но еще и заказаны у меня они в цветах. Этот рюкзачок такой. Вот он. Такая сумочка 7500. Есть длинный ремень. Видите? Такие малышки. Тоже интересные. Так. Вот такой рюкзачок. Такие вот по 5000. Смотрите. Такой рюкзак также 5000 у нас стоит. Вот этот еще. Ага. Вот они есть такой 5000. Оптовая цена. Все, сейчас будем это показывать. Да, я буду показывать, потому что мы, ну, чтобы тут не бегать по всей витрине, не снимать ничего, по чуть-чуть мы наложили здесь, и я буду показывать, Юля будет на место все развешивать. Вот такая модель, 8500, оптовая цена. Внутри одно отделение, есть длинный ремень. Сумка классная, здесь регулируется, 8500, оптовая цена. Цвета были у нас. Такая вот 7500, молния по кругу, смотрите. Так, такой портфель. У нас есть это под ноутбук. Такие хорошие. Это Юля сразу. Давай, Юля, вот этот покажу. Сразу унесешь. Юля, ага, вот этот.
вот такой портфель, ну я их показывала, вроде как сзади карман. Сейчас посмотрим, что есть. По-моему, снимала ролики по ним. Да, 12500 оптовая цена. И есть длинный ремень. Так. Это на улицу выносим все. Вот такие замшевые сумочки. 4 ручки, 5 ножек. Такие остались только с молнией в рыжем цвете. Ну, давайте, девочки, я сделаю 5000 без молнии, 6500 с молнией. Ну, а эти только в рыжем цвете у нас все, больше их не осталось. Вот такая сумочка, их осталось 2 цвета. Внутри есть клатч. Он, можно его носить отдельно на длинном ремне. Сейчас я вот достану. Это кожа буйвола. Смотрите. Есть длинный ремешок. Можно носить на длинном ремне такой. Просто как сумочку. 7500 оптовая цена. Сейчас я покажу. Два цвета. Каких наличий у нас. Вот таких. Два цвета черный и черный с коньяком. Ну, кстати, кто получал, все довольны у меня клиенты. Вот такой портфель. Есть ключ. Этот у нас 18500. Юль, на вот этот сразу рюкзак. Вот такой рюкзак с расширением. Тоже 18500. Одна, ну, он идет как унисекс. Здесь карманы. Клиентка одна. Вот я когда вчера, по-моему, или вчера, или позавчера я как раз пришла в павильон, она рассказывала, говорит, настолько, говорит, удобно, я, говорит, все свои пакеты, девушка, она у нас такой был, наверное, рыжий, ой, коня, ой, шоколадный цвет, да, она его отлаживала, ручки мягкие, удобно, она, говорит, я все свои пакеты туда сгрузила и пошла, ну, как раз, да. Вчера тоже женщина купила рюкзак своей мечты, она назвала. Да, ну, вот, я говорю. Ну да, она есть. Вот она говорит, я прям все, говорит, вот тут, говорит, сразу расширила, говорит, его. Ну, она узнает, мы стояли как раз, разговаривали с ней. Просто я-то попозже приезжаю, смотрю, выходит, его, говорит, так, вот такой сумка-рюкзак. Смотрите. Так вот сделан. Можно носить рюкзачком. Сзади есть карман. Ну, в винтаже, как всегда, одно отделение. Отделений нет. Вот такая сумка. 8500, сзади карман, по бокам карманы. Если что-то нужно показать, может, только, да. Вот эти. Так, вот такие сумочки, где-то еще были, вот цвета получили. Смотрите, девочки, модель хорошая, сделана под Bottega, вот такой тоже на любой рост. Ну, вообще, кто хочет, такие сумки, ну, дно на ножках идет, 5 ножек. Просто вот, ну, даже, да, на мой рост, кто-то пониже ростом. Большие. Такие рюкзачки по 14500. Это также идут премиум класса. А? А? Да, покажи какие-то. Смотрите, вот такой. Я сейчас уберу внутри и покажу. Это так же, как-то я показывала в Телеграм, отшивали. Ну, они у нас до этого были, по-моему, два. Или даже было под одной, мы их как-то продали. Вот сейчас это отшивалось куда-то на Европу. У меня только два цвета. Потому что там уже стояло вот здесь вот клеймо. Это можете в Телеграм посмотреть. Не клеймо, а железочка такая. Ну, как бы какой-то заказчик делал. А это... То есть мне вот только два цвета смогли. Так, так, вот здесь вот карман отделение. Ну, премиальный, премиум класс у них. Такой вот идет. Здесь сделано все очень хорошо. Ну, черный и коньячный такой. Цвет очень красивый. Вот такой вот. Так, я уберу вот это потом. Набьем.
вот такие модели. 3800 оптовая цена. Я показывала это, что за кожа, все рассказывала по этой модели. Внутри одно отделение. Царапка, выбивка, кожа, саваж. Тоже это из потеряшек наших мы должны были летом получить. Тоже такая здесь работа идет сложновато. Это по саважу нужно делать вот это тиснение. Ну, это, ну, не каждый занимается. Это, по-моему, одна фабрика в Италии, те, кто занимается этим тиснением. Кто-то видит кожу, тиснение делают, все. Смотрите, 4500, оптовая цена. Ирахимчик, покажи, пожалуйста, без тиснения 3800. Да, вот такие есть. Ну, много расцветок. Вот они висят, оливковые все цвета. Расцветок очень много. Такая модель 8500, ее получим тоже в цветах, будет один цвет очень интересный, должны получить. Ну, я сама его первый раз вижу, ну сейчас как-то вошло в моду, потому что, ну, фабрика очень хорошая, и вот я говорю, вошло в моду, ее видите, мы уже ее продала. Да. Ну, уходит в моду какие цвета в Европе, это, ой, ну, в Италии очень-очень быстро. Ты модная. Я не модная, Почему не модная? А нет, я совсем, я, знаешь, да. Это такая классика, я за модой не слежу. Единственное, нет, конечно, так, я придерживаюсь вообще расцвета, какие, ну, в тренде, да, скажем, цвета, вот в этом году будут. Но все равно придерживаюсь классики. Добавляю что-то... ну, какие вот новенькие расцветки, какие-нибудь модные такие будут, я знаю, в этом году. Но в основном мода модой, но есть еще и классика. Понимаете, классика идет, это продается всегда. Вот такая модель, 5800 сейчас также по ним акции, цвета есть. Вот эта сумочка, 8500. Очень хорошая модель, есть длинный ремень. Такая 7200, маленькая такая, ну она не так маленькая, ну. Вот так же, кто любит вот такие сумки, ну очень хорошо. Это змейка средняя у нас, длинный ремень. Вот такая модель. Рюкзаки, рюкзак-трансформеры, так и так по... По 6000 можно на бок застегнуть, можно прямо. Вот, ну, то есть это трансформеры идут. Натуральный замш. Замш плотный, такой хороший. Такие сумочки. Смотрите. 7000 оптовая цена. Это под Фенди сделано. С двухсторонней идет. Сумка олива, остался только в оливке. Знаете, я показывала у нас по 5000 меховушки. Юля тут следом за мной уже поправляет все. Вот такая модель, 6800 винтаж. Так, давайте рюкзаки. Вот такой рюкзак. Также по ним я снимала ролики. Вот этот рюкзак 8500. Да, тут я говорю, когда вот такой рюкзачок. Смотрите. Тоже премиум класса. Такая сумка, это как у тебя, Рахим. Да, вот у Рахима такая же, он ее не снимает. Да, что, наверное, как в рюкзак ходит. Такая 7500. Вот я говорила, отшивались на Японию. Так, вот такие сумочки. 6000, оптовая цена. Ну, это царапка наша.
Смотрите, 3800. Это тоже одна из моих любимых моделей. А, вот пряжка, сумка-пряжка. Пряжка винтажная, давайте ее назовем. Смотрите, ну классная, классная сумка. Классная вообще модель. Я вот люблю вот такое, как-то вот что-то есть в ней интересное. Смотрится очень дорого. Смотрите. Видите? Ну, вообще, я люблю модели, начнем с того, что полукругом. И внутри у нее, что очень редко бывает в винтажных сумках, то, что внутри есть перегородка на молнии. Видите, девочки, длинный ремень. И вот, я говорю, есть перегородка. Сзади карман. Так, идем дальше. Так, это у нас идет царапка с карманом спереди, 4500. Вот, кто любит. Сейчас хочу показать размер. Смотрите, они отличаются. Ну, это пошире идет дно. А так у них по вместительности, ну, вот разница. Видите, не настолько-то тут много. А так у них одинаковые. 3800, 4500. Ну, это как, наверное, царапка. Кисточку кому-то не нравится, можно убрать на бок. Вот такой кисет. Есть длинный ремень. Сюда даже формат А4 входит, если он, естественно, закрываться не будет. Но папку можно сюда поставить. Он разнашивается настолько, так она маленькая. Видите, какой большой. И плюс, я говорю, есть дополнительный ремень, можно через плечо. Сзади есть карман. Девочки, когда получаете винтажные сумки, аккуратненько вот так открыли. И аккуратно закрыли, поправили. Не так рвать молнии, не надо, все равно посередине. 7500. Вот такая 8500 сумочка. Двухсторонняя под ноутбук. Вот эти сумки в двух расцветках. Вот это даже идет какой-то зелень. У нас был такой саквояж с таким эффектом. Видите, как мраморный вот такой. Кожа оливковый. Под винтаж прям потер. Но это кожа буйвола. Внутри есть перегородка. Они открыты. Вот так два цвета. 8500 оптовая цена. Такой буйвол у нас с ручкой 7500. Довольно-таки приличные карабины. Сумка хорошая. А в саваже. Это вот жемчужный цвет. Хочу показать. Такие вот заломы мне нравятся. Всегда по коже. Они потом, вот морщинки. Они потом, когда углубляются, вот так вот, видите. Вот это есть, что натуральная кожа, никогда рисунок не повторяется. Вот, ну, цвета разные. Покажите, Рахим. Расцветок очень много. Ну, ее надо разносить. Можно и сумочкой, можно и рюкзаком. Кожа саваж, еще раз говорю. 5500. Оптовая цена. Вот она и в черном цвете. Идет фурнитура здесь. Серебро. Карман спереди. Вот такой. Размер очень хороший. А, выйти хочет. А, ну, скажите. Вот такой рюкзак. Это наш по 6500. У меня одна клиентка его, ну это не клиентка, это даже моя подруга. Она его называет рюкзак Эолина. Почему-то. Я знаю, почему она его называет. Она говорит, или говорит, этот. Не знаю, почему она его так прозвала, Эвелина. Ну, ей удобнее. Она говорит, или такой, или говорит, Эвелина. Ну ладно, пусть будет Эвелина. Такой рюкзачок. Ну да, она мне знает, Марина, тебе привет. Она мне пишет за рюкзаки, говорит, ну, спрашивает за них.
6500 оптовая цена. Так, это буйволы. Вот как мне вот этот цвет нравится, оттенки. Не знаю, что в этот раз мы получим, потому что я-то заказываю, а вот оттенки... Вот этот первый раз у нас пришел, да? Ну да. Вообще, что это за, что за цвет? Юля, сними мне вот этот потемнее, я хочу их просто сравнить. И вот даже потому, что мы на фото их не можем все показывать, ну как, оттенки. Он и не рубин, он идет темнее вот этого. Нет, ну это марсала цвет, его не надо, вот тот красный с ним. Ну давай хотя марсала я их покажу. Я не могу понять сама. Ну вот он идет, видно же на камеру. Он идет и не, ну, всегда у нас вот этот, да, считался как бы, как самый темный. Или есть еще темнее? Вишня, вот давайте я покажу сейчас на камеру оттенки. Вот смотрите, вообще я считала, что вот такой вот идет темный. Девочки, вот это цвет, ну вот это идет с такой, вот они. Вот этот уходит прям в рубин. Ну вот, давайте так сделаем. Покажите, Рахим, ну как бы уловить. Юль, сделай, подожди, я сейчас сделаю фото сама, потому что... Не-не, я сейчас сделаю фотографию. Ну, девочки, что делать? Вот видите, приходят клиенты. Сейчас и видео, но я... Юля, рабочий телефон, наверное, звонит. Рахимчик. Я вот так вот сделаю фото. Сейчас еще. Не, Рахим. Дай-ка я хочу показать. Ну... насколько он, вот этот даже немножко уходит чуть-чуть по-другому, но это если в Телеграм я скину, девочки, цвета, будете уже вот так вот, если по красным цветам фото будет прикреплено к общей фотографии, отмечайте, пожалуйста, вот кому конкретно какой цвет надо будет, потому что в оттенках мы путаемся, видите, заказываю всегда, допустим, красный, темно-красный, ну, поярче, а уж какая кожа бывает, в какое время ее красят, тоже зависит это все, ну, от красителей, от времени года. Вот такая сумочка тоже интересная, 7500. Смотрите, классная. Премиум класса. Кармана сзади нет у нее. Поэтому вот они. Юль, возьми, пожалуйста. Так. Вот эта модель. 8000. Оптовая цена. Юля, вот черный цвет есть у нас, да? Черные нет уже. Не продали вчера случайно. А, значит не продали. Значит одна штучка осталась. Вот и черный. Она хотела купить. Черный цвет. И ну что-то есть, да, по цветам. Такие вот модели. Это премиум класса. Идет у нас сумочка. 12500. Вот такая кожа буйвола. Молнии по бокам. Смотрите, 8500. Такие вот у нас сумочки. Так, давайте вот этот кисет покажем. Это и сумка, и рюкзак. Кому надо, если вставляете карабины, боком вставлять надо, чтобы просунулись они вот так вот. Иначе просто так если прямо не войдет. Можно носить сумкой, можно рюкзачком. 8500, оптовая цена. Это также идет сумка премиум класса. Вот можно рюкзачком ее. Пожалуйста. Кстати, кто заказывал, тоже говорит, что очень удобная. Такая модель. Это также у нас премиум класса идет сумка. Цвета есть. Пожалуйста, вот такой вот. Так, это пока мы под шампанское, куда же без нее? Покажите, Рахим, цвета. Да, эта девушка говорила, у меня одна, что сюда даже бутылка шампанского входит, она прям показывала, там, несмотря на все ее содержимое. Так она у нас в названии осталась под шампанское. Так что сейчас как раз новогодние праздники, девочки, самая такая тема. Пошли в гости, все собрали, и термос, да. Сумочкой раз, бутылку шампанского достали. Багеты у нас вот такие в замше есть. В замше есть в коже. 5500, оптовая цена. Вот такая сумка.
8500. Такой рюкзачок 8500. Так. Вот такие у нас 7800. Вот эти на молнии. Такой есть кошелек. Пожалуйста, такой шопер. Юль, сними, как у меня, винтажную сумку. И Юль, сними, пожалуйста, мне змейку большую. Давай, винтаж. Большую змейку. Так, вот такие модели у нас по 7800. Это Галатея. Сумка. Видите? Цвет акация. Это модель, как у меня. Так и называется сумка, как у Оксаны. Из длинный ремень. Цвета все есть в наличии. Но у меня такая шоколадная в цвете. Тоже удобно. Хорошая. Кстати, у нее дна как бы донышка нет. Но вот если набить ее, я помню, летала с ней даже как... Она у меня как ручная кладь шла. Даже так. Такая змейка. Ремень на одну. Такая змейка у нас. Сумка. Сейчас молнии поправлю. 7500. Змейка большая идет. Все, молнии поправила. Смотрите. Так, так сделано. И на плечо. Видите, и длинный ремень, можно носить ее через плечо. Не поправляю ремень, достаточно. Ну, ремень будет достаточно длинный. Сумка будет вот здесь вот. Видите, запас не до конца, ремень длинный. Хороший, 7500. Ну, вот такая сумочка. Это молнии по бокам большая. Саваж, это, я всегда говорю, фабрики идут, когда премиум класса. Смотрите, есть перегородка внутри. 7000 оптовая цена. Вот такая сумочка у меня тоже она. Юль. Готовьте. Вот эту достаньте полукругом. Такая есть перегородка. Сзади есть карман. Смотрите. Такая модель. Легкая, просто легкая, удобная. Вот такая сумка. А где такая черная на три молнии? А, да, все вижу. Здесь также есть перегородка. Видите, длинный ремень. Сзади есть карман. Вот это мне еще нравится. 6500 на три отдела. Это также действующие карманы. Кожа идет флотер, но здесь такая, я говорю, как премиум класса идет кожа. Сзади карман, фурнитура идет серебряная. Видите? Такая сумочка. Шопер сзади с карманом. Внутри евро карман. 6500 оптовая цена. И также маленькие. Маленькие 6000. Все, или хватит. Уже не достала. Сейчас покажу, только 4 ручки. Вот такая модель. Далее. 4 ручки. 5 ножек. 6500. Оптовая цена. Смотрите. Тоже их осталось. Ну, хорошо, эту модель очень хорошо продаем. Смотрите. Дальше такая бахрома. Хочу показать. Ну, по бахроме я снимала ролики. Смотрите, есть прям просто бахрома. Вот такая сумочка. Вот такие вот 4000. Узелки у нас также. Ну, все, Рахим, пройдитесь, покажите по витрине. Все это мы показали. Давайте я попрощаюсь, девочки, с вами, а потом Рахим пройдется, покажет витрину. И как бы на этом все. Хочу поблагодарить вас за то, что вы подписываетесь на наш канал, YouTube канал, Telegram канал, за то, что доверяете нам, делаете заказы.
Я в свою очередь, я говорю, я стараюсь как можно быстрее не задерживать, отправлять все. Ну, вот у нас сейчас немножко перебои идут суббота-воскресенье. В субботу работает почта до 6, и мы до 6 работаем, поэтому никак, отправляем в воскресенье утром, в воскресенье до 2 часов. Ну, поэтому вот на выходные заказы девочки принимаем каждый день. Ну, имейте в виду, что может быть там, либо вот как я сегодня утром отправила, да, за вчерашний день, ну, и разослала уже всем квитанции. То есть немножко бывает такие вот. Ну, это я говорю, только так каждый день отправка идет. Так что... подписывайтесь, делайте заказы, пишите мне на WhatsApp, деньги отправки только через меня, нигде, никому чужие номера, там карты я не даю. Перед отправкой выходит Оксана Станиславовна, вот это имя получать, ну, то есть мое, либо по номеру телефона, либо по карте. Так что, девочки, на этом все, всем пока. Спасибо, Оксаночка. Спасибо, Юлечка, можно я тогда? Да, пройдитесь, покажите. Так, где мой телефон? Да, там уже надо ответить. Рахим, да, Юля телефон мой возьмет. Девочки беспокоятся. Ну вот, да, надо ответить. Светлана. Вот пришла посылка от девочки. Светлана, добрый день. Спасибо большое за фото. Я рада, что все хорошо дошло. Носите с удовольствием. Так, это дальше. Наконец-то положил свою сумку. У нас первый. Это... довольно так. Это откуда у нас? А вот Севастополь, город, да, тоже. Это город Севастополь, тоже девочка прислала сообщение. Да, вот, Рахим, я хочу сказать, можно сообщение прочитаю? А, так, Оксаночка, большое спасибо, наконец-то получил свою сумку. У нас с переправой небольшие проблемы, но это не омрачило мои ожидания. Очень довольна, удачи вам и в вашем бизнесе, вы молодец. Товар супер. Так что, Светлана, спасибо большое. Вот я зачитала ваше сообщение, сумочка была у нас вот такая вот. Только в рыжем цвете. Ну, вот оно. Я закрою, фамилиями не буду показывать. Но это есть, да. И это город, я почему сейчас посмотрела, город Севастополь. Дело в том, что у нас были немножко задержки. Крым, Севастополь, ну вот все получают. Поэтому, девочки, если хотите заказывать туда, тоже не бойтесь. Все, ну, с задержками, но все доходит, все нормально. Поэтому всегда и, пожалуйста, пишите, когда получаете посылку тоже, пишите, что дошло, там, как дошло, понравилось, не понравилось, все пишите это мне в личку. Ну, вот. Да, Оксаночка, приятно. И ну, нет, я, допустим, я уже тогда спокойно, да, что все дошло, все хорошо, как бы, ну, хотя посылок много, ну, кто-то пишет, кто-то не пишет, кто-то... больше пишет, чем... Ну, в основном, да, нет, в основном пишут, конечно, отвечали, что получили. Конечно. Ну и потом я просматриваю, иногда кто-то, допустим, заказывает в этот город, да, там, или, ну, я уже могу посмотреть, за сколько дошла посылка. Ну, чтобы если кто-то из других клиентов иногда спрашивает, там, вот, за сколько может дойти, за сколько доходит, там, вот. Я уже смотрю просто по сообщениям.
уже посылки собрали, все на почту. Все, Рахимчик, давай, потому что надо следующий ролик. Все, девочки, всем пока. Да, и комментарии пишите, заказы делайте, все. Пока-пока.